Всем привет, наша любимая игра Родина. Ну что ж, давайте вместе поиграем. У нас продолжается битва. Итак, у меня осталось одно задание. Ой, это прикол. Бывает, сейчас оборвем. Так, а уже все поделали. Осталось я только, да? А, нет, нас в этот раз четверо. Ясно. Так, продаем частями, потому что места мало. Ой, для того, чтобы места было больше, кормим наших королей. Как мало морковки, как мало морковки, катастрофически мало морковки. Так, подарки даем, а то морковку заберу обратно. Видели, как ее мало? О, видите, главное напугать. Я бы, конечно, обратно не забрала, но главное пообещать. И появился сразу результат. Так, коняки, то же самое, подарки. Какие-то коняки сегодня. А ты? Не, сегодня все жадные. Ладно, не надо. Собираем, собираем. А то посадили. Еще с утра должна была зайти собрать. Уже день, а я никак не зашла. Так и можно случайно сделанное задание вовремя не собрать и пропустить, потерять. А нам такое неинтересно. Стыдно как будет. Представляете? Столько играла, играла, и на тебе. Элементарное задание провалила. Не-не-не, нам такое не подходит. Так, 26 штук всего садим. Садим, собираем. Очень сложное задание. Это что-то собрать и донести до рынка. Встать и все самостоятельно продать. Продаем. Шучу, конечно. Так, продаем, продаем, продаем. Столько деньгов будет. Ну давайте уже до миллиона хоть довести надо сегодня. Может еще что-нибудь продать. Ну, да, я теперь могу продавать все, что хочу. Задание пятое. Поэтому свобода, полная свобода действий. Ладно, я сейчас сделаю тому, кто удачно зайдет покупать. Я ему еще пирогов предложу. 4 штуки. Конечно, не очень много денег, но все же. Ну, допустим, еще таких пару штук предложу. Тоже деньги. В общем, ставим цель собрать сегодня много денег. Так, 3 таких. Не, подождите, а что у меня в кораблике? Это что-то я... Тут начала распродажи устраивать, денег захотела, а кораблик посмотреть. А, в кораблике совсем другое. Ладно. Идем опять. Ага, никто не соблазнился на кабачок, на мой. И не знает, что там еще что-то есть. Продавать так продавать. 3 таких. Ого, сколько деньгов. Что еще продадим? Соевый соус не знаю, сахар точно нет. Что, больше ничего не хотим продать? Ну, можем 2 таких продать. Зачем, не знаю, но еще сделаем. Сегодня у нас цель немножко заработать, поэтому так, кабачки, надо все-таки с кабачками разобраться полностью. Сейчас увлеклюсь, господи, выговорить не могу. В общем, продажа, не буду увлекаться и кабачки не собирать. Так, кабачок, кабачок, кабачок. Ежик тут бегает, маленький такой, красивенький. А в чем сиреневый? Он что, только с парикмахерской? Не тот цвет покрасили? Он бегает сюда. Ой, не хочет. И не надо. Так. А никто ничего не купил. Вот так вот. Вот так вот начинай заниматься распродажами. Тоже мне бизнес-вумен. Собралась заработать миллион. Ну, не полностью миллион. До миллиона. А никто не пришел покупать. Так. Все. Так, отсюда еще что-нибудь продам. Опять-таки. Ну, воздушный рейс мне надо. А 2 шоколадки. 2 шоколадки я точно продам. Сколько это денег? Ну, скажем, не очень много, но все же.
и еще кабачок. Мы сочетаем. Это типа кушать шоколад с кабачками. Что-то новенькое. Кто-нибудь зайдет ко мне или как? Распродажа кабачков. Так, все, еще 50 штук собрать и готово. И можно потом садить что хочешь, куда хочешь. Все, 200 есть. Нажимаем, подтверждаем, обрываем. 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 Так, и что у нас туточки? Ну, еще тут одно задание, тут три. Так, а вообще на каком мы почетном месте? Как всегда, на 105-м? Или это раз 109-е? О, начали покупать. Видите, сейчас будет много денег. Не факт, что купили, неизвестно. Но что-то ж купили. В любом случае, прибыль. Так, какое место? Второе, что ли? Ну, второе довольно-таки неплохо, между прочим. Сегодня хоть у меня игра не так тормозит, как вчера. Но я решила, что в субботу не будем делать исключения, видео надо записывать. Играем же все равно, играем. Битва продолжается? Битва продолжается. Почему не записать? Все логически. Когда забываю записывать, мне ВКонтакте напоминают подписчики. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Всегда идет напоминалочка. Ой, сколько красочки! А сколько у меня красочки? А у меня только одна. Ой, уточка. Нет, мне такое нам точно надо. Я хочу две красочки. Я хочу еще одну красочку, еще красочку. А тут я хочу... Нет, гвоздик я точно не хочу. Ой, даже топорик дают. Да ну вообще. Так, я жду окончания битвы. Когда оно будет? За моим топориком. Все долго. Ладно, смотрим, что купили. Ха, купили, короче, все, что хотите, кроме кабачков. А как же с кабачками? Я же предлагала кушать белый шоколад с кабачками. Нет? Ну, главное было предложить. Есть. Так. Сейчас мы посмотрим, что... А, бонус, бонус. Ну да, я же тут должна что-нибудь заказать. Пилочку, например. Или вот такой маленький красивый колышек. А получу рыбку или аишенку. Ой, главное не статуэтку. Все, что хотите, давайте уже. Только статуэтку не давайте, пожалуйста. Она мне и даром не нать, и за деньги не нать, и вообще не нать. Вот жалко, что мы не можем продавать вот это все, которое нам не надо. Сколько было бы деньгов, у меня столько всякого мусора лежит на складе. Продавай не хочу, называется. И что дадите? Что, капусту, не? Что, такие рыбы? Колышек? Да ну. Я прям не поверю. Точно. Хорошо, что я не поверила. Это была рыба. Кто говорил, что мне рыбы не хватает? Вот мне дали. А почему одну? Могли бы хотя бы три дать. Что ж такие экономные. Так, у нас поспела пшеница. Мы ее собираем. Ага. Что-то я маловато кабачков продала, выходит. Надо еще. Так, кабачки мы продаем, а подсолнух мы используем в производстве. Так, вообще сейчас ничего не продаем, занимаемся своим, сугубо своим производством. Так, жалко, что я яиц сначала не собрала, между прочим. Ладно, ставим растительное масло. А, у нас есть на один майонез. Так, тут что мы хотим, не хотим, три кетчупа. Да, кетчуп мне надо, потому что у нас добавился еще новый рецепт с кетчупом. А я еще мало этого наделала. Тетенька, вам чего? Вам морковки. Ой, спасибо, тетенька, что напомнили посадить морковку. Какая добрая женщина. Может быть, выращу, я подумаю, может быть, даже вам продам, барыня. Так, садим всю, да? Садим всю. Так получилось. Бывает. Ой, пойдемте подарки заберем у туристов. Может быть, там кто-то что-то интересное даст. Такое что же бывает. Туристы, встречаем. Я к вам с кабачками. Кабачки кому-то надо. Могу подкинуть. Десятка так 2-3. Легко. Так, кабачочечки. Я хочу, чтобы мне уже подарили наконец-то вот эту штучку. Когда я уже начну строить одну мысочку? Ну что, вам жалко, что ли?
Амыску. Ой, эти вообще несознательные, только опытные и денежные, скажем так. Все. Убираем. И сразу садим. Потому что я ж могу и забыть. Это ж так легко. Раз и забыл. Так, бедные туристы. Или они не бедные. Или они счастливые, что я наконец-то к ним зашла. Тоже как вариант, между прочим. Так, тут никого нету. Тут идем сюда, сюда и сюда. Все? Все. Распределились. Теперь показывайте, кто чего хочет. А я подумаю, давать или нет. Пожалуйста, молодой человек, это для вас, только для вас, эксклюзив. Мужчинка, вы просили. Девочка, подожди, я даже сбегаю для тебя, дорогая. Принесу еще одно кофе зернышко. Тетя кофе захотела. Где мои зерна? Кофейный куст. А попросить нет? Ладно, соберу зато здесь и поставлю. Все, место есть? Чего ставим? Раз, два, три, вот так. А, кстати, пока мы туточки, мы можем посмотреть, что у нас тамочки. Как звучит. Так, есть ли у нас такое ананасики? Кто-нибудь готовил ананасики? Нет, а почему? Я бы сейчас поставила, но я сейчас наберу себе полный склад. Сначала давайте проверим, может у меня чего-то есть из того, что вы хотите. Так. Как-то так, печально вы хотите, совсем не то. Вы не хотите, перехотите. О, вот, раз, два. Хотите, перехотите, получилось. Главное вовремя правильно сказать. Главное вовремя правильно, неправильно сказать. А черный шоколад у нас... Тортик такой был? Был. Но его уже кто-то съел. Печалька. Так, и тут, и там. Это не то. Это не тут. Ой, да-да-да-да-да. Мальчик. Эхтиандр, для тебя специально эксклюзив. Почему Эхтиандр? Потому что он в маске. Вот такой вот мальчичек стоял и кричал. Хочу. Ну, дала. Почему нет? Так. Вот он, кстати, мальчичек, их театр. А у нас есть еще одна такая, не? Можем, если что, нарисовать. Сейчас нарисуем. Опа. Интересный вариант. А чего коровы не кормленные? И почему нету корма для коров? Сейчас мы быстренько поставим. Главное, ух ты. Даже так, ладно. Главное вовремя исправиться. А исправляемся мы вовремя. Ставим. Начинаем ставить. Раз, два, три. Вот у нас и место появилось. Свободное, вакантное. Так. Есть. Ладно, с этим потом. Смотрим, кому еще чего привезти на курорт. Мы так уже чуть-чуть так. О, удачненько. Ой, я такое делала. Точно помню. Главное собрать. Даша собрала. Четко. Так, смотрим дальше. Сувенирка. Пиджачок 1, 2, 3. А я делала пиджачок, но тут же сверху платьичко. Платьичко мы взяли, а вот пиджачок мы не достали. Ладно, будет в следующий раз. В следующий раз приеду с пиджачком. Сюрприз будет. Он такой меня уже не ждет. Я такая раз, кто пиджачок заказывал. Так, что-то у меня сегодня настроение чересчур. Аж чересчур. О, стоп, дяденька, ты тоже получите, пожалуйста. Взводика у меня нету, я специально для вас купила. Бегала сама по рынкам и искала, кто же мне продаст. Так. И чего, тут очки? Ага, никто не хотел сюда. Пиджачок принесу, ждите. А, девочка, я обещала. Пиджачок, по-моему, один или два, а вы хотите вдвоем. Масс, что-то надо выбирать, кто из вас хочет. А кто передумал? Так, вот насчет красных этих свечей я подумаю, конечно. А тут до свидания. Нет, не до свидания. Подождите, сейчас все будет. Молодой человек. Нет, вы. И вам тоже.
господин офицер. Ой, как много счастливых туристов. Пойду за пинжачком, значит. Раз такое дело, ой, надо было ананасы с собой захватить и поставить делаться ананасы в сиропе. Ну, как-то так, в другой раз. Я пинжачки брать. О, торговля таки пошла. Но опять-таки все не то. Я предлагаю вам купить кабачок. Сезонный продукт. Сейчас его много. Но у меня самый вкусный, самый сочный и самый хороший. Так, садим пшеничку. И ждем, пока она вырастет. В это время проверяем еще туристов. А, ананаски я должна была привезти сюда. А я этого не сделала. Видите, вот хотят, народ требует ананасов. Это есть и это есть. По идее, да. А я же должна была поставить. А нет, таки я поставила. А я уже думала о склероз. Ух ты, у меня сколько места свободного. Сейчас все суть соберу. И даже место осталось. А с огурчиком стоять. Кто-то просил свечечку красную. Есть одну, нет. А то я ж могу и две взять, у меня есть. Стратегический запас. Ой, да. Надо ставить лимонный сок. А тут у меня какой? У меня тут не то. Совсем не то, совсем не так. Еще раз начинаем. Кинотеатр. Ага, есть. Надо еще. А еще будет? А еще будет. Только для этого надо сбегать, принести ананасы и киви на рецепты. Вот так вот. Ой, я пиджачки принесла кому? Вам, молодой человек, походу. Так, там у нас нету. Берем киви. Сейчас мне окажется, что нету места на ананасы, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это нам сюда. Это нам сюда. Да она не там нажала, я поняла это уже. Я догадливая. И вот тут. А вот тут уже все. Можно не спать, не спать, копать, копать. Так, рано открыла магазин. Садим. А тут собираем. О, подарочек даже дали. Видите как? Иногда полезно у себя пособирать урожай. Опыт. Урожай. Еще и подарочек. Три в одном. Так, все тут, все тут, по-моему. А, подождите, кто-то хотел красную свечечку. Могли бы стоять уже и махать флажком, чтобы я знала, в каком направлении мне двигаться. Свечечку-то я взяла. А, я взяла одну. А кто-то просил одну, нет? А таки две. Я пойду еще возьму. Мне не жалко. У меня есть. У нас все есть. Кстати, мы с вами уже проиграли 18 минут. И в принципе мы с вами уже наигрались. Нет, я, конечно, дальше буду играть. Но самостоятельно. Так, свечечки я собрала. Ха, тут надо собрать, чтобы поставить еще. Выбираем, какую свечечку мы ставим. Тут мы две отдаем, тут у нас четыре, тут у нас две, тут вот такую мы поставим. А я, кстати, привезла с собой продукты, и я могу поставить еще раз, два, три. Так, так. А так не могу, мне надо молоко. Молоко получено. Коровы подоены. А тут у нас никак. А вот тут 8 штук. Достаточно. Так, мы идем сюда. Ой, есть. Я точно вижу. Вот это удача. Надо поставить еще. Раз, два, три, четыре. Я бы еще кивичку поставила, хоть одну. Две не смогу, потому что нету. Кивичка одна. И вот таких две. Ну и еще вот так. Все, завод работает. В поте лица. Так, тут мы поставили все. Кто-то просил шоколад. О,
купили наконец-то и кабачок. На пробу взяли, сказали. Пробуем, понравится, придем еще. Вот это мы отдаем. И походу, пока месть все там делается, там даже никто не ставил. Тут пускай надеется. О, в спа-салон. Я пошла в спа-салон. Отнести красные свечечки. У них романтический праздник. И нужны свечи. Это не тамочки, это не туточки. Это вот туточки. Есть. А кому-то я что-то еще несла. И я донесла. Ай-яй-яй-яй-яй, еще бы склероз отменить. Вот сюда, по-моему, точно. Молодой человек, возьмите. Это для вас эксклюзив. А видео мы будем заканчивать. Всем удачных выходных. Пока.